Лешенька, аккуратно. Вчера вообще ничего не получалось, сегодня гоняет. Ой, у Саши велосипед побольше, у нее хуже получается. Чего сидишь? У Саши не получается давать ходу. Ее надо подталкивать. Я Андрюша. Вот так, раз. Андрюш сам едет. Давай, крути, 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 крути. Четырехколесный, давай. У нас сегодня такая веловылезка. Надо учиться на великах. Давай. Давай. Кстати, друзья, в чем прикол? Вот здесь вот чижик. И Монданс, Андрюш. Вот. А здесь Made in China. Чижик Made in China. О, уже что-то спорол, пока я чижик снимал. А, это папа ММДэмсы дает. Саша, тебе папа дал, да, ММДэмс? Так не стыдно? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой! Ой! Андрюшенька, на поворотах надо аккуратней, малыш мой хороший. Давай, поднимай, садись. У нас сегодня веловылезка, друзья. Давай, старт! Давай! Конечно, не все так гладко, как хотелось бы пока. Но... То падают, то нервничают. Мам, давай я тебя сниму. Давай я тебя сниму. И... Так, друзья, мы сидим в детском кафе. Мы сидим в детском кафе в центре города. Здесь специально для деток игровая комната есть. Пока мама с папой могут покушать, детки играют. Но деткам тоже заказали, конечно, поесть. Вот смотрите, какая классная текстурка здесь. Мне кажется, очень под фотофон подойдет. Не, вот это вот еще. Не, ну она, вот это прям вот фотофон типичный. Муж говорит, деревяшка и деревяшка. Я говорю, нет, это очень крутой фотофон. Так, заказали овощей деткам. Наггетс в куриных. Ну и себе тоже кое-что покушать. Так, это облепиховый морс. Мне принесли мой мисо-супчик. Вот такой супик. Он с рыбкой. С водорослями. С лучком. Саша, так, теперь у меня говядинка с овощами, гриль. Ой, Манюша, хватит! Слушайте, хорош! Ой, вот от качельки! Ой, маме страшно! Я не знал, что они так двигаются. Пап нас раскатал, что не солнышко. Ой! Ой, страшно! Все, пора уже домой. Детки недовольны. Андрюш такой рэпер. Саш, ты что плачешь? Он калейка. Вот идите за ручку спокойно. Во, это кукольный театр. Это кукольный театр, друзья. Так, друзья, всем привет. Очередное включение. Мы сейчас опять идем в пещерку, в спелеокамеру. У нас сегодня понедельник, мы продолжаем курс. Не туда. Нам направо. Вот сюда. Саш, только вас слышно. Давайте потише. Попить. Нельзя. Давай вниз.
Встань, поправь кепку, потом спокойно уже иди. Нет, вон туда. Все, друзья, у нас уже вечер сегодняшнего дня. Мы сейчас уезжаем за папой на работу, потому что папа сейчас нам оставляет машинку, чтобы мы могли ездить в спелеокамеру. Вот, и поэтому мы его вечером встречаем с работы, тоже едем за ним, чтобы он не ковырялся с автобусами и чтобы можно было его забрать. Попкорн. Саша говорит, попкорн. Попкорн. Это с пузырями. Попкорн! Попкорн понравился? Смотри, сколько очень много там. Саша, иди у пап, съешь пирожок. Вон пирожок. И чаек выпей. Пойдем, пойдем, пойдем. Саш, ну подождите. Давайте тут. Не, мы хотим подувать, но два часа. Давай мама с папой пока чай пью, Саш. Не достают трудобур. Давайте, детки, я фотографирую. Бременский музыкант. Не достают они, что ли? Вы мелкие. Ну? Ручку убери, Саш, руку убери, а то плохо. Руку, вот. Так. Ну, вы даете. Так, тут ложки. Что, плохо, да? А, вон какие рисуночки нарисовали. Видите, Солодилов Андрей. Клязьма в Куницыно. В Камешковском районе такое есть, ничего себе. Надо будет съездить. Снять влог. Боголюбовский луг. Ну вот, кстати, мы там были, у меня влоги оттуда есть. Тут птичка. Мама, а дашь поднял? Очень плохо. Наш парк — это не только детская площадка, но и поле, лес. И загон с лошадями. С лошадьми. Пойдем. Вон, видишь, как ржет? Вон он. Вон, как лошадь ржет. Видишь? Вон, какой ретивый. Вон, какой ретивый. Сейчас покатаешься на нем. Он тебе как даст копытом под зад. Коники. Вон, видишь, какие коники? Вон они ждут, смотрят. Кто к ним идет? Белый конь. Ух ты, ух ты. Как высунули. Эй, привет, конь. Можно тебя погладить? Тебя погладить можно? Саш, смотри. Он только что ржал. Мало ли что у него на уме. Нормальные они? Саша, коники. Ты очень маленький пучочек. Коник, все, они, короче, ну их нафиг. О! Можешь тебя погладить, конь? Ой. Ну он думает, что у тебя в руке? Ой. Ну покорми. Ну хорошо. Покорми коника. Андрюша, ты? А вон черный. Давай я покормлю. Черный. Давай я черный думает, нафиг вы нам нужны гладить, мы хотим есть. Да? Ну как ты кормишь? Дай. Мам, зря ты сказала нафиг. Ну, смотри, покорми, покорми, ушел. Покорми. Только, конечно, она с земличкой, ничего. А вроде там было какое-то объявление, что нельзя кормить. Смотри, все прут. Все прут. Лошади. Я всех гладила. Вау. Никит звучит. А ты чё эту самую-то, ты чё лижешь? Ну чё, их тут не кормишь, что ли? Вон пошли задницами трясти. Не, они прикольные прям вообще-то.
Ну, что-то они тут вот это вот все грызут. Вон как стоптали. Какой-то там звук. Есть! Это кто так ржет? Есть, ну что уж. Это еще, мне кажется, какой-то... Ну-ка, дай мне веточку. Ну не надо так резко-то. Не надо резко. Это майский жукан поймал. Вот меня не фокусирует он нифига. Не, я их боюсь. Мам, пусть. Мне кажется, он полететь хочет, смотри. Саш, ну держи нормально, меня и так не фокусируется нифига. Все нафиг! Улетел! Кошмар! Он как-то больно неожиданно это сделал. Да ну нафиг! Такая эта балда летит. У нас вот такая вот новость. Мы перевозим кошку. Не бойся, мы все с тобой. Все, мы тебя везем туда. Мы сами переехали, теперь кошку перевозим. Так, мы просто приезжали к ней каждый день, кормили сюда, вот где раньше жили. А теперь мы ее с собой везем, да? Все, сейчас привезем. Сейчас она, конечно, будет орать всю дорогу, потому что она трусиха. И посмотрим, как она там будет осваиваться на новой, да, квартирке. Нож. Дай нам кошку. Тебе интересно? Да, дай нам кошку. Все, друзья, мы везем кошку в свою квартирку. А то она тут без нас скучает одна. Потому что сейчас свекровь со свекром, они живут на даче летом. Саш, как я тебе дам? Она тяжелая, переноска тяжелая. Кошка там сидит. Вон она. Но мы все равно хотим. Да она боится вся, Саш. Ну, хотим. Ну, ой, ну, кош, выходи. Кошка, давай, выходи, иди осматривайся, будешь тут жить. Давай, выходи. Ну. Ну, кошка вообще в шоке. Все, вот и весь сказ. Кошка, ну что, освоилась? Нет ли? Перевезли кошечку. А то заколебались мы каждый день туда ездить и кормить. И ей там скучно. Все освоилось, размурчалось. Все равно видон прикольный такой шальной. Сейчас тут шерсть натрясешь. Вечно линяющая. 12 месяцев в году линяет. Интересно смотреть, как она приходит в себя. Ну, иди посмотри, что там на кухне. Ну что, друзья, у нас уже все спят. Папа спит, детки спят. Я тут немножечко вяжу. И кошка у меня тут. Кошка вроде бы пришла в себя от потрясения. Вот здесь около меня гладится. У нас уже второй час ночи. Мы с ней полуночничаем. О, уже кусит. Только что носилась тут шальная, не знала, что делать, уже кусит. Вот тебе и весь сказ. Сейчас еще немножко повяжу. И тоже пойду бай. Во! Смотрите на нее. Перевезли. Перевезли ее. Новоселье отмечает. Тебе, кошка, нужно было валерьянки налить.